начальник службы, повторим, начальник службы, помощник начальника штаба по защите государственного тайны. Как попал на территорию Украины? И когда? 27 числа построили, в 5 утра сказали выезжайте. Выехали. Где построили? В части? И в Белгороде. Так. И прибыл. Ехали в колонию. Задача. Какая задача стояла? КамАЗ. КамАЗ. Как ранее доведено, доехать до Сумы. А там что? Там окружение взять, наверное, город. Но больше командир не доводил эту информацию, больше с разведчиками общался. Так, окружение город, да? И дальше. Город Сума окружение? Да, точно. У вас конкретно задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины. Так точно. Что хочешь сказать? Война никому не нужна. Это очень страшно и обидно. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громче. Не идите сюда. Почему не идите сюда? Потому что ну как здесь. Тоже люди живут. А не как по телевизору показывают. Так а чё ты не бросил присягу и сказал, не идите сюда там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Нет. Ну ты представляешь, тебе грады начнут бить по твоей территории? По вам, по